Вот он, один из самых дорогих отелей в мире. Emirates Palace, Абу-Даби. Народ, всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И позади меня сейчас находится один из самых дорогих отелей в мире. Emirates Palace, Абу-Даби. Сначала отель планировался как конференц-зал для президента Арабских Эмиратов. Но потом было решено переделать его отель. И открылся он в 2005 году. На его строительство было потрачено больше 3 миллиардов долларов. Этот отель уже по своей дороговизне строительства переплюнул знаменитый парус Бурдж-эль-Араб в Дубае. И в Сингапуре Marina Bay Sands. За 1 миллион долларов в неделю вы можете здесь получить all-inclusive, а еще бесплатный трансфер из любой точки мира в Абу-Даби в первом классе. Также вас встретит водитель личный на Майбахе, отвезет в отель, и у вас будет включен массаж каждый день. Например, мы посмотрели сегодня номер в букинге. Самый простой номер стоит 1500 дирхам. Всего-то 400 долларов. А вот в Бурдж-эль-Араб номер стоит 12500. Так что, возможно, отель-то не такой дорогой. Но что можно сказать еще про него? Дам вам 3 лайфхака, как попасть сюда. Первый. Мы подошли к охраннику, познакомились, пообщались, и он сказал: приходите завтра с 10 до 12, вы сможете пофотографироваться, снять видео. Не вопрос. Но некоторых туристов поворачивают, некоторым дают ход просто так. То есть неизвестно как, но лучше, конечно же, уточнить, спросить, быть вежливыми людьми. Второй лайфхак. Вы можете забронировать столик в дорогущем кафе здесь и попить настоящий золотой кофе. Ну как золотой? Добавят вам чего-нибудь золотого в кофеек и запросят завышенную стоимость. Тоже вариант. И третий. Можете на своей машине, не на такси, проехать на паркинг, припарковаться, пойти все посмотреть, затем сесть и уехать. В общем, 3 лайфхака, как попасть в этот отель бесплатно. Также могу вам рассказать, что в этом отеле почти 400 номеров. Здесь есть вертолетная площадка, огромнейший пляж, более километра, пристань для яхт. В общем, все-все-все для миллионеров. Отель оснащен, люксовые номера, также мрамором, золотом. Еще есть много-много, больше 1000 люстр Сваровски. И самая большая, 2,5 тонны, висит, по-моему, в холле отеля. Ну, такие вот дела. Пойдем посмотрим территорию. Надеюсь, вам понравится. Все покажем, все расскажем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. Будет интересно. Ставим лайк и комментируем. Так, мы внутри прекрасного и дорогого отеля Emirates Palace. Вот, вошли мы, все зелено, прекрасно. Охранник сказал нам, что можем погулять, сделать фотографии и идти в лобби отеля. Погода чудесная, мы в футболках, а вот вчера вечером я была в куртке и в шапке. Так отличается сейчас погода в Абу-Даби. Такая здесь зима. Вот дорожки. Вон сам отель, шикарнейший. Сейчас подойдем к нему поближе. Какая здесь растительность чудесная. Ну, конечно, для такого дорогущего отеля это, я думаю, как раз нормально. Но все равно сделать такое в пустыне, повторюсь, шикарно. Тут даже, я так понимаю, электрическая будка в шикарном андалузском стиле, как и весь отель. Фонари. Небоскребы за ним. Очень красиво. Вот просто идти здесь очень хорошо, шикарно. Такая тень, прохлада. Прохлада, которая сейчас нужна. Вчера, повторяюсь, ну я дико мерзла просто в куртке. Такое время наступает. Декабрь, январь, февраль в Эмиратах утром и вечером прохладно, а днем жара. Сейчас подойдем ближе к отелю.
Итак, мы идем к самому отелю. Помним, вчера охранник рассказывал, что это въезд для VIP, не для нормальных людей, для VIP. А мы сейчас идем к шикарному отелю, самому дорогому в мире, одному из самых дорогих отелей в мире. Emirates Palace Abu Dhabi. Конечно же, большой флагшток и флаг Эмирата, флаг страны. Просто любуемся. Какой класс. Вот подходим ко дворцу. Жарко, народ, жарко, дико. Красиво он оформлен, конечно, бомба. Вообще вся территория, зелень, башни Etihad Towers и другие отели. Сейчас панорамочку вам покажу. Конечно, и солнце засвечивает. Парк просто вообще шикарный, зеленый. Ну и сам чудесный отель Emirates Palace. Классно здесь лавочки, пальмочки и вода. Если вы видите, вот отражается здесь с фонтанчика, падает вода на пол, поэтому мы его обойдем. Дети уже забежали в фонтанчик. Жарко, жарко. Всем, кто сюда заходит, очень жарко сегодня. Попробуем подойти к лавочкам. Идем и любуемся дворцом. Ну, Наташа уже сидит. Решила присесть посидеть. Да, в тенечке. Но это просто такой контраст. Повторю, вчера я так мерзла в куртке. А сейчас жара, просто я в футболке, с меня течет. Ох, какое шикарное строение. Вот это да. По ступенькам можно будет подняться и попасть в лобби. Или просто посидеть, погреться на солнышке. Но, по-моему, у меня уже сгорело лицо. Ой, здесь, оказывается, воды нету. А я-то шла, боялась, что здесь вода. А вода вот она где. И на ступенечках, которые в центре. Повторюсь, сам отель в шикарном андалузском стиле. И сделан был как конференц-зал для президентов Арабских Эмиратов. И поднимаемся по ступенечкам. Здесь прям в каждом кусочке какой-то элемент, какой-то орнамент. Ну, красота просто. Пальмочки, отель. Такое впечатление, что идем сейчас в музей в какой-то. Вот, дети резвятся. Не одни мы здесь. Сейчас пойду к ступенькам, подойду к воде. Вот. Стиль вообще бомба. Все-таки арабский тоже присутствует. То есть назовем это андалузско-арабский стиль, испанско-арабский. Андалузско-абудабский. В общем, круто. Идем смотреть отель. А вот я зашла и стала на такие здесь есть ступенечки. Прям стою на воде. А вот там можно встать, такие же ступенечки, и у вас будет просто мега фотка. В общем, лайфхак вам.
Ну, тут, конечно, можно и побежаться по ступенечкам, но не думаю, что охрана этого одобрит. Так что пойдем во дворец на своих двоих. Ну и вот, наконец-то, все-таки поднимаемся. А то каждый раз поднимаемся и находим что-то интересное. Снова что-то интересное. Ага. Какой отель? О. И снова что-то интересное. Да, во-первых, балкончики в таком стиле с орнаментами красивые. Во-вторых, ну, снова удивимся и зелени, и тем же фонарям, и орнаментом снова, и на балкончике, и на барельефе. В общем, сделано все, чтобы привлекать внимание и конкурировать, таки да, с лучшими отелями мира. Здесь я спорить абсолютно не буду. Там охранник уже ходит, и там припарковываются машины для VIP-клиентов, что ли. Но нам разрешили пройти в лобби отеля, поэтому попытаемся пройти все-таки, показать вам хоть немного лобби отеля. И здесь фонтанчик. Ну, отлично. Вода, как говорится, символ жизни. Мы одеваем маску. Когда одеваю маску, у меня потеют очки. Ну, короче, проходим мимо парковщика или охранника и идем в лобби отеля. Желавочки в таком стиле красивом. Плиточка, лавочки, часы. Rolex? Серьезно? Круть. Сейчас заходим внутрь. Ну, тут даже дверь, орнамент с камешками. Тут уже дверь шикарная. Открываешь, правда, сам. Hello. Okay, thank you. Мы вошли, оказывается, с выхода. Ну, пошли мы на вход. Ага. Видеокамеры. Вот туда мы заходили. Прекрасно. Санитайзер, все есть. Emirates Palace. Узнаем, Шейк Заид, конечно же. Везде стоят температурные датчики. Новогодняя елочка. Очень приятно, что пропускают внутрь снять видео. В общем, с наступившим нас счастье, здоровье и чтоб ковид ушел. Шейк Заид, конечно же, Шейк Заид. Такое убранство дорогое, кстати, очень много места. Турецкий отель нашлепал бы здесь еще номеров, я думаю. Вот двери снова. С такой красивой ручкой, не могу не обратить внимания. Интересно, мне напоминает ананасик почему-то. Это лифт, я даже сначала не поняла, что это лифт, но это лифт. Это лифт. Интересно. Уже, наверное, вход в номера на первом этаже. Hello. Ну, какая же елка шикарная. Ух ты! Вообще просто. Все-таки праздник есть, хоть немного. Людей мало, туристов вообще нет.
Ладно, обойдем с другой стороны, не будем мешать ребятам фоткаться. Ну, конечно, сделано шикарно и со вкусом. И на полу плиточка вообще интересная такая. Почему-то мне издалека казалось, что это карпы и драконы. И смотрим весь отель. И люстры, и потолки. Отель просто красота. Балкончики такие, и елочка очень здорово как-то дает настроение. Ну вот, Новый год, хоть он уже и закончился, праздник сам прошел, но праздник в душе в отеле остался. А это к Рождеству, наверное. Классно, классно. Ну и плитка такая вот шикарная, повторюсь, шикарная. Очень приятно идти и не скользкая. Часто у меня бывает, что подскальзываюсь в кроссовках. Но вот не скользкая. Еще раз хочу показать вам. Это просто шик. И охранники очень вежливые. У нас были немножко конфликты, если помните, в мечети шейха Заида. А здесь охранники просто молодцы, сама доброта. Ну, магазинчики, Rolex и остальные. Вот такая а-ля капелла. Копильня, короче, для подарков. Наверное, на Рождество. О, подарочки уже прям лежат. Вот кафе. Еще что-то. Объявление. Ой, красиво. В общем, с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. Ну, потеряться можно. На магазинчики туда идут. Угу, пойдем дальше. Думаю, дальше идти тоже можно, никто нас не останавливает. А, тут уже такие туалеты, залы, конференц-залы. Отель, восточная часть, отель, западная часть. Шейх Заид, конечно же. Самый достойный человек в Арабских Эмиратах. Тоже вход. Часть отеля. Идем дальше. Немножко я прервалась, отдохнула. Тяжело держать телефон, пока стабилизатор не купила. Снимаем мы в конце декабря, поэтому, конечно же, полно еще всех новогодних приятных штучек. А вот и киоск. Не знаю, будет ли вам видно в свете. Всякие, наверное, сережки с бриллиантами. Жемчуг, часы. Ну, давайте я цены смотреть не буду. Да тут их, по-моему, и нет. Я думаю, надо вызывать специальных людей, чтобы озвучили цены и с ними поторговаться. Все так приятно. Люди ходят, мы снимаем. Нам никто замечания не делает. То есть в отель пройти реально. Реально пройти в отель. Три способа я вам указала. Даже говорят, что пускают на такси, но иногда такси заворачивает. Люди писали в отзывах, поэтому не знаю, чтобы не потратить время зря. Может просто действительно пройти и сказать охраннику, что мы очень хотим поснимать, пожалуйста, и вас пустят. Но нам сказали время прийти с 10 до 12. В другое время нас как бы сказали, что пустить не смогут. Даже тут такая вот красота. Не заметила сначала через телефон. Прошу прощения, иногда он такой
Не слушается. Замутненный. Ой, какие узоры. Кстати, орхидеек очень много здесь. Ну, красиво же, красиво, красиво. Да. Вот здесь и подают этот самый знаменитый кофе с золотом. Наташа говорит, просто фольгу золотую нарезают, кидают в кофе. Ну, конечно, я думаю, золото, но это хоть и мягкий металл, но как его можно пить? В общем, не будем рисковать, тратить деньги. Лучше пойдем, пошопимся в Марина Молл и снимем вам про это видео. Оформление цветов здесь очень красивое. Просто здорово. Помним здесь люстры от Сваровски, их более 1000. Сейчас попробуем показать пляж издалека. Да-да-да, что-то видно. О, очень красивые узоры на окнах. А вот пляж. Ну, кстати, у нас пляж не хуже, что приятно. Это видно. Почему-то одна частная кабинка. И приятно видеть море, залив. Ну, здесь просто можно спуститься, походить, пофоткать. На пляж, конечно, туристам выходить нельзя. Зачем портить людям, которые заплатили огромные деньги за этот отель, отдых, чтобы все ходили и их фоткали. Ну как вам этот отель? Пишите, пишите свои отзывы, пишите. А вот Наташа нашла мне меню этого самого кафе. Оно находилось в другой части. Вот, и смотрим цены. Emirates Palace Cappuccino. И здесь кофе 23 карата. А почему не 24? Это очень странно. Камельчино есть. Ice Gold. В Ice Gold тоже, кстати, 23 карата. Прошу прощения, плохо наводится телефон. И вообще вот здесь все цены есть. Блюда 65, 80, 109, 75, бутерброды, всякие afternoon tea. Тут цен нет на afternoon tea, поэтому я так думаю, что он может включен. А вот уже здесь очень дорого, вот как раз. Прошу прощения, вам отсвет идет сейчас. Ну вот, допустим, один fine tea 377 дирхам. Но это он очень файн, поскольку больше 100 долларов. Вот про это вот кафе я говорила, что вам прийти и забукать. Теперь я все-таки думаю, наш способ... Нет, все-таки уверена, что наш способ лучше, потому что цены что-то вообще. Вот на кофе можете попить кофе за 69 дирхам или 57. Кофе с золотом, но опять-таки 23 карата всего лишь. Мы рассчитывали на 24. Шучу. Мы вообще не хотели за такие деньги пить кофе, потому что очень много отзывов, что кофе обычный, вот кофе и туда что-то набросали непонятного металла. Если бы еще кофе был с вакцинацией, опять шучу. Так что будьте готовы к таким ценам, если вы можете себе позволить, шикарно. Но если вы обычные туристы, хотите сэкономить, привезти побольше подарков родным и близким, то просто пройдите в отель, скажите: мы очень хотим снять видео, мы очень хотим пофоткаться, и вас пропустят. Мы проходим дальше вглубь отеля. Свернули налево от кафешечки с золотом. Пока нас никто не останавливает, будем снимать эту красоту. Никогда не была в парижских всяких таких музеях, луврах. Но мне почему-то представляется, я не знаю. Почему-то Париж представляется, я не знаю. И где-то здесь три мушкетера обязательно. Двери такие шикарные, будто из золота, а возможно и из золота. Ну, номера же точно оснащены мрамором и золотом. Красота. Интересно, куда можно идти? Я уже потерялась. Но главное, что опять-таки не препятствуют съемки. Все вежливо улыбаются, разрешают снимать все. Очень круто. Вот Наташа нашла какую-то золотую картину. Так это реально золото. Вышито золотом, да даже отсюда видно, что золото. Боже, и камни какие-то, да? Да, авантюрин,
сердолик, я не знаю, что это. Малахит, наверное, зеленый. Нет? Не знаю. Похоже очень. Но очень красивый. Агата, может быть, даже не знаю. Если узнали какой-то камень, напишите в комментах, пожалуйста. Ну, картина просто очень красивая. То есть можете купить, тут написано, пожалуйста. Еще и ваза. Тут даже сайт есть. Можно купить, да, цену не написали случайно? Нет, цены. Очень жаль. Ручная работа, пожалуйста. Очень красиво, очень. Что-то еще продается, то есть не только эту картину, а это, но это то, что я не понимаю. Я очень далека от сферы искусства. Это, видимо, картина, да? Чем она? Или ковер, подожди. Это ковер. Ну, ковер, да. Ковер бы я приобрела, конечно, но, наверное, не по такой цене. Это да, я согласна, что он, скорее всего, стоит очень дорого. И, скорее всего, висит здесь именно потому, что никто не покупает. Все деньги ушли на номера в отеле. Вот, а здесь наборчик, видно, то, что в номерах находится. Всякие геи, как и у нас есть такое, да? У нас Radisson Blue, а здесь такие шикарные пилочки и... Я бы даже сказала, это не полотенце, это шарфики по типу Burberry, прошу прощения, они очень модно смотрятся. Черный бриллиантовый скраб. Черный бриллиантовый скраб? Да. Ох ты, ничего себе. А это что такое? Бриллианты прям лежат? Нет, это так. Кусочками, да? А, так просто. Ну. О, кстати, Париж 22 Generation. А я только что говорила в видео, что мне этот отель напоминает Париж, хотя я никогда не была в Париже, просто почему? Я не знаю. Мне он напоминает Париж, я не знаю почему. Красота. И идем с вами дальше, но не идем, а снова останавливаемся и смотрим великолепные мозаики, всякую архитектуру этого отеля. Я просто не могу идти дальше, надо все время останавливаться, потому что очень-очень шикарно и красиво. Вот, хоть солнце бьет в окна, все равно рисунки нам видны. И сейчас мы выглянем и посмотрим, что там. Красиво видно моречко, пальмочки, зелень. Ой. Мне же кажется, стулья из золота. Хотя, конечно же, нет. По золоту, скорее всего, из золота бы уже немножко бы его обтесали бы. Все золото бы уже было... Либо в кофе, либо в сувенирах. Вот такой огроменный-огроменный холл. Честно, в футбол здесь можно играть. И музыка играет красивая. Вот золотые двери, которые снова-таки близко возле кофе. Ну, не знаю, можно ли заходить, но мы заходим. Уже не выгоняют пока, и хорошо. Вот и люстра Сваровски. Ну, как-то пустынно здесь. Это, наверное, уже номера. Ух ты, прям двери вообще. Дворец какой-то. А, вон и елочка, то есть сюда можно было спокойно без дверей пройти. Красивое оформление, цветы. Маринг. И персонал здесь очень приветливый, опять-таки, это очень-очень нравится, это классно. Так и должно быть, тем более в таких дорогих отелях. Узоры просто космос. Вот и магазин с роликсами, с остальными дорогими штуками. Красиво. Сделали кружок, снова выходим на елочку
И хочу вам показать на этот раз небольшие люстры Сваровски. На каждом этаже они есть. Но, конечно, самые впечатляющие люстры Сваровски в мечети шейха Заида. Сейчас пойдем еще посмотрим, тут в киоске продается золотая вода. Ну-ну. Вот мы и подходим к такому киоску, шкафчику с настоящей минеральной золотой водой. То есть смотрим, Pure Mineral Water. О, здесь 24 карата, все как обещано прям. То есть везде здесь стоит бутылочка маленькая, бутылочка большая. Это все, конечно, круто, наверное, хороший сувенир для обеспеченных людей, но я вообще все-таки не могу представить, как можно пить мягкий металл. Если кто-нибудь пробовал такую минеральную воду, напишите в отзывах, пожалуйста, вот мне очень интересно. А вон и цены видно. Так, 525 миллилитров, 222 дирхама, 250, 184 и 227 бейс. Что такое бейс, непонятно. Базовый набор. Вот цены посмотрели. Ох, телефончик уже офигел, цены не наводятся. Вот, и я вам их озвучу в субтитрах. Зашли на эскалатор, едем вниз. Посмотрим, что еще внизу находится. Ага, еще дальше можно проехаться. Но уже какая-то прям фантастика такая интересная. Вода. Ох, какая плиточка с водичечкой. Какие ступеньки, какие узоры. Ого, да-то мы удачно решили спуститься. Зал представлений. Красиво. Ну, пойдем посмотрим, что здесь может быть интересного. Это водичка с плиточкой. Ну, просто красота. Как ковер какой-то. Наташа хотела выйти, но охранник сказал, выход на пляж только для гостей отеля. Мы гости, но мы туристы, мы здесь не живем. Смотрим, какая красивая здесь плиточка, прям все ступеньки, просто в королевском стиле. Ну и так, спасибо, пустили поснимать. Ничего страшного, пляж мы у себя посмотрим. А вот перила из мрамора. Красиво. Вот такое оформление этажа, который находится ниже входа, рецепции и всех кафешек. Красиво очень. Что еще удалось заснять на нижнем этаже, это пальмы. Они искусственные, но сделано прикольно. Люстры с потолком. И вот здесь вот ковер такой мягкий. Я иду, у меня аж кроссовки утопают в нем. Уже номера, лифт. Такое уже все для гостей отеля, которые здесь живут. И там уже виден пляж. Сквозь узоры. Ну, и снова шикарное такое убранство этого отеля. В общем, кто здесь живет, вы молодцы, ребята. А вот мы нашли окошко и можем увидеть пляж. Пляж самого дорогого отеля. Ну, как можем увидеть пляж? Можем, а люди все-таки загорают, наверное, в другом месте, поскольку здесь пустынненько. Но зато у них виден Эль-Ватан, в который мы, надеюсь, попадем и вам покажем. Ну, красиво, красиво. Хотя вот если наблюдать картину отсюда, то видно Фэрмонт и Марину Молл. Такой же вид и у нас из окна. Красиво, красиво. Ну вот мы и посмотрели один из самых крутых отелей в мире. Не забывай подписаться, поставить лайк, комментируйте, не пропускайте мои новые видео. Всем пока!